Что я больше всего терпеть не могу? Головная боль, когда ибупрофен не спасает. Когда делаешь что-то, спеша на бегу. Когда не вещи, а близких люди теряют. Когда надо просто набраться терпенья, выдержки ноль. Вот такая проблема. Когда даже в праздник нет настроения. Терпеть не могу. Вот такая дилемма. Когда стало поздно что-то менять. Когда темно, а мне страшно. Терпеть не могу. Когда хочется просто кого-то обнять. А я слепо от мысли этой бегу. В общем, лучше вообще стихов не писать, когда на душе твоей кошки скребут. Терпеть не могу, невозможно понять, откуда они и что делают.